С добрым утром, моя любимая страна. Всем доброго, хорошего, здорового утра. Вам и вашим близким, и вашим животным, конечно. Сегодня поговорим о такой теме, как можно ли купать животных в море. Очень важная тема для города Одесса, это очень важная тема для меня в том числе, потому что очень часто наши владельцы, то есть вы, не владея информацией, ну, быстренько бежите в сторону моря, купаете своих животных, ну а потом очень часто бежите к нам. Поэтому можно и нужно, можно, но нужно знать правила. Какие правила? Правило, что когда вы купаете животное в море, сразу же после этого вы должны хорошо, обильно смыть пресной водой. Это первое правило. Второе правило – не допускать, чтобы животное пило воду. Почему такие правила? Первое, основное – это вода морская, это вода насыщена натрием, то есть солью. Первое нарушение, если на кожу они попадают, этот натрий, вызывает раздражение, аллергии, всевозможные кожные реакции. А если животное пьет, натрий – это соль, это чаще всего пищевые расстройства. И самое основное, если животное системно пьет морскую воду, это заболевание системное, необратимое почек. Поэтому знайте об этом.